Из-за Давайте классного вот этой хуйни. сумонимся в Не, эту. А ты в какой неплохая корова. гильдии играл этот самый вар? У Соло? тебя анбафом сколько А, крита? 49. ты вообще Вовку сколько играешь? О, Соло, интересно. а у меня 43. Есть разница? Разве А, ну да. на Сирусе можно соло играть? Мне кажется, Еще и такая. двойная атака есть, сволочь. А недавно это сколько ты на Сирусе? Где волю взял? И ну если вар отдел, то месяца 3-4, наверное, Подарок точно. не Себе на обязательно. Новый год. Если повезло, то А, удел. тоже прикольно. Особенно если он уходил только с пугами. Ну и Прям как? идеально. Прям вообще Норм? красава. Ну, конечно. А, Особенно когда. еще на X3 ты играл. На криту прокает, да? И Да, ты 15%. типа там только с пугами ходил, в гильдии никакой тоже не был. А, да это хуйня нахуй. Ну, лучше в гильдии быть. Там Пуги тем более, ты приходишь, а там постоянно разные новые люди бывают. Ну, бывают попадутся какие-то пуги с топовых гильдий, какие-то твинки там. А, ты водишь рейды? Не, ну если ты водишь рейды, это большой плюс. Ты можешь и гильдию свою собрать и водить. Вон навыки, да, голду зарабатывать. Ну, раз ты водишь рейды, тебе надо включать микро. Может быть, будешь рейлить рейды, если тебе это интересно, конечно. Вот если ты десятки, например, водишь, тут есть люди, которые в десятки ходят, но они не хотят релить. Ладно. Ты, в общем, думай, и если тебя что-то не устраивает, то, ну, я тебе другого предложить ничего не могу, раз ты релишь, все в твоих руках. Ну и не надо, как говорится, горячиться. А горячиться не стоит. Так, давайте, надо на ТТГ сумоньте, во-первых, надо состав нормальный. Вот репичи мне не нравится, блять. Я бы туда Мордаунта взял. Это раз. Так. Лёха, ты там с вот этой своей классовой хуйней в Т5 под печатью Инквизитора, я даже боюсь представить, сколько будет вылетать. Ну, я сейчас тебе скажу, сколько я кританул. Максимум. А кто у нас ушел? МВП Хант ушел? Нет, я здесь, я жду. Ага. Ну ты Вот, идешь пока на дальше. твинках. Но если надо, пойду. Я же сказал, если этот, мне просто тут ничего не надо, поэтому я слот освобожу. А у меня усиленная буря даже ни разу не кританула. Так, Валфар пока отошел. А нет, кританула 45. Этого возьму, мага. Этот самый, заходи. Кто он? Этот, блять. Мордаунтом заходи. А нет, я тебя обманул, 77. Да, С хорошо. чего-то, блядь. Сейчас посмотрим. Ну, да будь в этом, как он называется. Давай в ретрика. Зачем одному там заходить? Я что-то не понимаю. У нас тут два жреца, два паладина. Куда мне еще? Некуда Я тебе заходить. уступлю, не переживай. Нет, А, сиди на месте. Блядь. Ладно, заебал, Вот. давай. Вот. Я Если кому-то продал. шмотка нужна, можешь Лингрена заменить. И Мне хули здесь ничего не дринка. надо. Да не могу я менять, наоборот, надо, чтобы рейд пошел. Ну, Бахан, Все, заходи, понял. давай сумоним. Мы пойдем почилим. Да не, ничего, поможем. Какой камень, блядь? Сейчас одну минуту зайду. Кто там спулил уже? А, хилим. Уже не живешь. Конечно, мы так уронили. Леха, знаешь, сколько в Т5 надо анбафом крита? Сколько? 52 почти. Ну, пойдет. Я сделаю себе. Я вот не знаю, начинать с собаки или нет, лучше с этих, с крайних начать. Наверное, Нет, лучше. давайте с собаки начнем. Не хочу с собаки начинать. Давайте не будем о грустном. Грустно, это второй босс. Грустно это А тут собака. на... Не, собака уже легкая. Легче проходит, чем обычно. Ага. Мы сейчас чаще на втором боссе засиживаемся. Какой второй босс, блядь? Этот второй босс, нахуй, вообще, блядь. Про десятку имел в виду. Постоянно. Десятки, Вообще, в блядь. 25-х тоже мы там тусуемся Да мы сейчас. же вчера же с первого раза все пронесли, кроме, блядь, вот паровозов. Там, по-моему, 3 или 4 раза. Ладно. Мы, по-моему, упали на это. Мы, по-моему, паровозы с первого убили. Или со Не, второго. на гранаши лайпались. Гаганаши 2 раза, давай.
Че это за хуйня? Работа, пришел, смотрел на свои. Смеялся там, да, со стороны. Ну, тактику на ТТГ стоишь, бьешь босса и все. Остальное скажут. Остальное мелочи, да? Да. Особенно на собаке. Ну ты имей в виду, сначала ты разберись, что тебе куда делать, а потом уже дамажить начинай. А не так, что ты пришел, дамажишь, там свои кнопки смотришь и нихуя не понимаешь. Сначала разберись, что по ходу боя происходит, и все, и там нормально будет. Сейчас смотрите. Да, шансов мало, конечно. Не знаю. Так, там убили. Бойка, да? Будет больше, чем 100 хп у тебя. Пока хп. Не знаю. Да не будет. Да может и будет. Что, в Т5 думаешь не будет? Т5 ДК не танит. В Т6 может. Бой, так ты это... Давай уже в ДД переключайся. А то будешь постоянно в Т4 ходить танчить. Угу. Да надо выбить. Чё мне там, руки нахуй. А голову мне надо выбить с кары. Т5 там протовары, протопалы. Надо будет определяться, кто у нас мейн будет. Протопал. Так, те, у кого есть шейм. Шейм есть. Это же закон, нет? Да по сути все у всех должно быть, блять. Ну если человек играет во всех спеках, почему бы и нет? Так, значит. У нас, значит, из РДДшников. Вот я уверен, что Ранти знает тактику. Вот на него будет ориентир. Как с луча выпрыгивать. Че это он? Из миликов, кто знает. Кто там не сдохнет? Ну давай призом. Кружок. Это вам ориентиры на лучах, когда выпрыгивать и в какой момент, если кто-то вдруг не уверен в себе. Всякий случай тактику расскажу, мало ли кто-то не знает. Это на собаке, да. Есть зеленые с фиолетовые метки. С пула кидаются через 10 секунд. Если на вас зеленая, вы РДД или хил, и вам нужно двигаться как можно меньше. Если вы начинаете двигаться, то каждую секунду на вас копятся стаки. Накопилось 3 стака, вы получаете дезориентацию на 5 секунд. Из-за этого можете попасть в луч и сдохнуть. И убить рейд. Вот. Милики с фиолетовой меткой. Постоянно двигайтесь. Либо бегайте, либо прыгайте право-лево. Милики начинают со стороны звезды с танком. РДД начинают со стороны кружка. Значит, первая, вторая пати это... Милики 10 человек. Мы начинаем там. Дополнительно к нам идет Кирсори. И дополнительно к нам идет... Кто там, Иньола? Или... Давай, не люблю щиты, ты в холлике пойдешь. Если что, крылья на себя, если одна метка на тебе будет. Так. Кирсори и люблю щиты. Вадикон, ты же в леме? Да. Вот, все остальные 13 человек. Ваша позиция в этом... Как он называется... Давай вот так сделаем. Ваша позиция в это со стороны, где кружок. Вот смотрите. Третья пати. У вас у всех есть способы избежать гейзеров. У локов портал, у магов блинк, у ханта отпрыжка. Третья пати. Базируйтесь примерно со стороны кружка. Хилы. 4 штуки. Сейчас одного в ДД спекнем. Вы базируетесь примерно в ромбике, чтобы вы в централизованные были и всех доставали хилов, РДД, танков. В треугольнике базируется, значит, четвертая пати. Это Мэтт Фокс, Элемы, Рианти. Кирсори вас тут нет, у вас всего 4-4. Друг другу не мешайте, с гейзера выходите, сзади не стойте, вокруг друг друга вот так хороводом не стойте. Стойте в линию. Этот самый. Из хилов кто в ДД пойдет у нас? А кто? Да похуй. Будьте в 5 хилов. Ладно, хуй с ним.
четвертая пати в треугольнике. Четвертая пати в треугольнике, да, примерно. Не обязательно прям все в треугольник вставать, а примерно вы в той стороне. То есть. Понятно. Максимально сжет босса. Если босс проводится от звезды в этот... Сейчас поставлю. Вот, от звезды в сторону креста. То вы параллельно двигаетесь этой линии. От звезды до креста в эту линию. Милики, кто с вас не уверен, как играть на этом боссе? Есть такие? Так, а по итогу... Вар тот ушел, да, с рейда? Я что-то как-то не заметил. Да, он вышел и сразу из игры вышел. Вон он. Нет, он онлайн. Нет, он в Агримаре сидит. Ясно, нахуй. Так, раз ты тупишь поезда, в штрафзону идешь. Вот ты, кто там еще? Кто, не дай бог, не понимает, что делать, пиздуйте сразу в крест и там прыгайте, как бабуины, блядь. Можно пойти в крестик? Так, во фара пока уберем. Потом подойдет, если что. Ну, остальные, кто знают, это бейте, смотрите. Так, проверка и будем начинать. Так, Фэри, я тут? Кто? Тут Лар, Авелания. Лингрен, так, все готовы, да, что-то? 5, 4, 3, 2, 1. Смотрите внимательно, озвучивайте кто-то гейзеры там, допустим, на милик, следующий на РДД, там вот эту хуйню, потому что я в стену упираюсь, никак не вижу. Мили. Ну, два бича нахуй. Ну там забегут, ну да. Просто бичи, блядь. Вот и все. Герсори еще, блядь, вообще не ожидал, блядь. Я что сделал в четвертой пати? Жалко, Биг Дэма нет, он бы тоже умер. Согласен. Он не умирает. Обстрел, внимание. Да. Я никогда не слакаю, друг. Друг. Ляночка, кто там? Спасибо, нахуй. Падаем, блядь. Что, блядь, падаем, сбегаемся все в ромбик, нахуй. Блядь, вот объясняешь, нахуй. Вы где, блядь, находитесь, когда объясняешь вам, блядь? Я говорю, блядь, кто тупой, блядь? Вот звезда, смотрим на звезду. Если вы не понимаете, когда, сука, выпрыгивать с метки, нахуй, вы смотрите на звезду, на Руанте, блядь. В какой момент он с лучей выпрыгивает? То, что вы на луче ловите, Ляночка, этот конфликт, он, сука, дамажит по всему рейду, по 5000 каждую секунду, 5 секунд, нахуй. Мы от этого падаем, блядь. Стопните дамаг свой, разок, один трай, блядь, научитесь, посмотрите, как выбегать с лучей. Если гейзеры были первые на миликах, то вторые во время обстрела будут. И они будут на РДД. И аналогично наоборот. И вы когда с одного луча выбегаете, он проходит. И по тому месту, где вы, откуда вы выбегали в этот луч, появляются гейзеры. Куда вы забежали, появляются гейзеры. Вам обратно надо выбегать. Это все надо делать так, чтобы вы из гейзера выбежали, из луча выбежали, не получили урон ни от чего, блядь. Он стоит. Еще раз повторю, если кто-то не понимает, нахуй, милики, с пула 10 секунд побили и идите прыгайте, нахуй, керсори, репичип, нахуй. Хоть вы и даете залупу ДПС, нахуй, вы все равно сдохшие, нахуй, тут не нужны, блядь. Покажите, нахуй, что вы можете, блядь, со своими 10 тысячами ДПС дожить до конца боя, блядь. Хотя бы раз, блядь. А то на вас смотришь калеки-калеками, блядь. Я еще раз говорю, этот босс, я за ручку каждого из вас 25 не повожу, блядь. Вы либо играете и убиваете, либо мы, когда он здесь сидим, блядь, просто ебланим, блядь. Еще раз, нам признано смотрим, в какой момент выпрыгивает случай, если вы не знаете, блядь.
Не умеете дамажить, блядь, ждите нахуй. Пройдут гейзеры, метки нахуй. Подойдете, 10 секунд побили и ушли обратно, блядь. World 228, блядь, тут. Опять курит. Опять курит нахуй. Вот. Покурил. Жал, что тут. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Эти кости поставили. Об кости не споткнитесь там, блядь. Гейзеры не чередуются. Сначала на тех, потом на других. И так по КД. Все по кругу. Мили. Блять, дауны, сука. Я не буду это бить, нахуй. Выходим с комнаты. Падаем? Ну и падайте, ложитесь. Давай падаем лучше, чтобы Гера КД спала. Ну, дебаф. Вот вары. Вот три вара просто бесполезных, блядь, и призан еще сдох, как бомж. Почему, блядь, так? Объяснять, как стоять, блядь? Или что? Бегите или умрите. Или вам вообще похуй? Кому похуй, уйдите сразу с рейда, блядь. Кокмастер, умри уже. На вас тратишь силы, блядь, объясняешь, нахуй. Заходим. Бигдемы, блядь, всякие отдыхают, синтеки, блядь, бухают там, нахуй. Пизду, блядь. Вы можете не сдохнуть, нахуй, на гейзерах, блядь? Алло, блядь. Репичип, генбанан и кирсори, блядь. Мне просто интересно, вы можете не сдохнуть, нахуй, или как? Банан. Кена банай. Я не понимаю, почему так, нахуй? Вы не можете сами, ну, вы не заинтересованы, что ли, вот разобраться в том, почему вы такую хуйню делаете? Почему вы лежите как бичи, блядь, как мешки с картошкой, блядь? Ну, так не играется, блядь, ну. Не знаю, блядь. Это как жарить яйца без яиц, нахуй, понимаете, блядь? Сегодня так позавтракал, кстати. Смотрите, блядь, вот показываю один раз, блядь, вот, вот я играл за это, за милика, надо, сука, где-то, блядь, надо вам гайды, нахуй, записывать, вы так нихуй поймете, нахуй, вот, блядь, всякую хуйню понажимал, вот смотрите, вот везде стоит собака ебаная, да, сутулая, вот мы ее бьем, я вот милик такой, я вот прыгаю, да, смотрю, такое плетение на мне копится, от прыжка не получается, там, или задержка, или что, я начинаю бежать. Бегу и достаю собаку бить. Вот вы когда играете, вы разбегаетесь вокруг собаки, я хуй знает. Вы, во-первых, должны стоять на максимальном рыже от собаки. То есть на максимальном. Вы прыгаете. Вот-вот ее задняя лапа, вы бьете. Вот. Если все хорошо, гейзеры появляются. Если у вас здесь слева, вот допустим, вот это тело стоит, да, слева, то мне уже вот невыгодно стоять вот здесь, где я стоял. То есть мне нужно перебежать вот сюда и сделать так, чтобы когда гейзер появился на этом теле и на мне, то у меня было место вот сюда выбежать нахуй. Потому что когда вы стоите и вокруг вас куча дебилоидов прыгают всяких, ну это так образно, прыгают вот так вот в толпе, да? Да как вы хуй, когда вы, блять, я уже заглатываю слюнями своими нахуй, заебался вам объяснять нахуй. Ёбаный в рот. Вот вы стоите в толпе вот так, это говно нахуй, вы так не должны стоять. Вы должны стоять вокруг собаки нахуй, и у вас должна быть хотя бы одна из четырех сторон света нахуй, чтобы отбежать нахуй. Гейзер нахуй. Если вы прыгаете, то вы во время прыжка можете с гейзера не успеть выбежать. Поэтому, блядь, попрыгали немножко и побегайте вот так вот, право-лево, блядь. И когда появляются гейзеры, вы должны иметь сторону, в которую у вас никто не стоит нахуй. Хуяк, побежали в эту сторону, отбежали. Еще белый круг под боссом, от него надо по этому ранже от босса стоять. Если вы совсем даун нахуй, вы просто 10 секунд вот так побили с пула и побежали вот туда в крест нахуй. В костях в этих, вот так вот, и прыгаете нахуй, и смотрите, как бабуины, вот так вот. На вас гейзер появился, он вас, если вы один стоите, он вас не убьет нахуй. Какую-то там нажмете, блядь, стойку защитную или панцирь, нахуй. Вот.
И это будет вам возможность потренироваться выбежать с этого гейзера. Он лежит 3 секунды, сука, на полу. Если вы каждый не будете с него выбегать, вот вас 3 вара касается, блядь, 3 бича, то, ну, вы тут, грубо говоря, просто нахуй не нужны. Нам тут делать нехуй. Мы тут сидим из-за того, что вы падаете с пула 4 человека, нахуй. Мы сидим из-за вас, и мы не можем эту ебаную собаку убить, нахуй. Если у нас каждый раз с пула с первых гейзеров будут падать 4, а потом на следующих гейзерах еще по 2, нахуй, мы просто... Ну, мы просто будем падать, и все, нахуй. Поэтому, блядь, еще раз нахуй объясняю, блядь. Если вы не начнете играть самостоятельно, блядь. Блядь, пизду нахуй. Почему я это каждую неделю слышу, блядь? Я не могу, нахуй, уже. А это называется дежавю. Вы можете не сдохнуть. Где-то мы уже это слышали, да? Инс тот же, слова те же просто. Я просто где-то слышал, нахуй, что два обстрела, если никто не сдыхает, нахуй, там два обстрела, там, грубо говоря, 3 гейзера, но на тех. И босс падает, нахуй. А мы как дауны, блядь, 10 человек его добиваем, блядь. Ну это стабильность. Стабильность — это хорошо. Ну я, короче, понял, нахуй, вары вас, блядь. Даю отчет. 2, 1. Они, главное, так, понимаешь, стояли, что я даже не зыбку дал, думаю, ну ладно, хуй с ним, по одному гейзеру будет, они выживут, нахуй. Они, вот смотри, пиздец. Вы так стоите, вы просто стоите, получается, вчетвером, блять, в одной точке, нахуй, падаем. Ну, блять, так... А ты чего просто стал в АФК, в гейзер? Я охуеваю, ну, блять. А тобой было 2 гейзера, то есть, не будь ты варен, ты бы сдох. Короче, я вам так скажу, идите нахуй со своей собакой и со своими чарками, нахуй. Пойдем 2 других босса бить, нахуй. Там, блядь, IQ, нахуй, поменьше надо, блядь. Просто не будем собаку убивать, и все, нахуй. Раз такая хуйня, нахуй. Тут чем-то так хорошо, что весь шмот падает со всех боссов. Нет, да. Кстати говоря, не все. Полутаем 3 шмотки. Полутаем 4 шмотки вместо 6, блядь. Все, в пизду, нахуй. Я ебал эту хуйню. Пошли направо, нахуй. 4 тела сразу. Хотел сказать, 8 шмоток вместо 12. Ну сколько-то там, я не знаю. Ебал такую хуйню, блядь. Сейчас еще тут, нахуй, на зеленом говне, блядь. 3 действия за весь бой, блядь. Отвернуться, вынести метку, отбежать от зеленого говна. Все, пизда, блядь. Я пойду сдохну, чтобы игра откатилась. Я бы тоже, блядь, сдох бы уже, нахуй. Ебало, блядь. Мы мало, 3 трая. 4 тела на первых гейзерах, нахуй. Сейчас соляну собаку за пизжу. Ну, блять, а хули нахуй. Тут откисают вон всякие бигдемы тоже. Кто-то просто часто откисает, кто-то редко. Вот они 3 раза подряд, 3 вара нахуй. Ну, кто-то с них сейчас выжил, кто-то, блядь. Ходит с опытом. Они по методикам бегут. Да, так хули трудно. Ну тогда делайте РДД, нахуй. Ну или я говорю, встаньте в крест, нахуй, и прыгайте там, где вы один стоите, где вы не сдохнете, нахуй. Потому что вы с пула лежачие, нахуй, не нужны, блять. Объясняешь, поебать, нахуй. -4, -4, -4. Каждый первый гейзер, нахуй. Я понимаю, одно тело сдохло, 2, хуй с ним, нахуй. Ну, блядь, -4 это пиздец. Это получается, на следующих гейзерах еще откиснут люди, нахуй. Ладно, давай, эти 2 босса убьем, там посмотрим, нахуй. Так ты ж сразу хотел не идти на... Да я ебал эту собаку, нахуй. Все, поехали. Право-лево выносим эти, как они называются. Ебаный босс, он будет вообще ходить. Метки вынесли. Крест, череп, нахуй, глаза раскрываем. Не дай бог вы рейдер зальете, блядь. Отвернулись. Отбежали.
Гинбалан, нахуй. Как дела у тебя, нахуй? Там, походу, ни разу не был здесь. Ты не был тут ни разу? Ебать. Сука. Стоим максимально далеко от босса, милики, нахуй. И когда зеленое говно появляется, отбегаем. Крест череп выносим. Отвернулись. Захилить. Блять. Метку выносите. Даже когда выносите метку и бежите обратно. Да знаю. Отворачивайтесь. Диспелим рейд нахуй. Хули вот сейчас на Рианте диспел нахуй. Диспельщики, блять, конкретно. Вот Руанте ты диспелишь, а не Ола. Отвернулись. И додиспеливайте, помогайте. Ретрики тоже нахуй. Бидона захилить, не урните хила, блять. Захильте его, сука. Бидон, отворачивайся, блять. Метки выносим. Диспельте магию сразу, потому что она усиливается. И она шотнет людей. Бежали. Если места мало будет, скажите, еще отведу. Метки отвернулись. Кирсори захильте. Силы 5 хилов. Быстренько в него кинули, вот. Че, отвернуться нельзя, что ли, Кирсори, блядь? Я и смотрел, блядь, с Фиром бегал, отбежали. Диспел быстрее. Берегитесь. Отвернулись. Букмастера, Лингра надо диспеливать. МВП ханта захильте. Метки выносите. Я хочу сам себя не диспелить. А я на себя не смотрю. Побежали. Берегитесь. Вернулись. Кто что думает по поводу этого вара, его кикать? Подожди, кикнуть успеешь, Слава. Просто тип такой даже микрофон нахуй не включил. Что-то с маной делайте, резайте там, ставьте тотем, на ману читайте кто-то. Хотя уже конец боя уже. Диспельте эту хуйню, вон на миликах. О, блять, разлил вот это. Кто-то порнуху устроил, ну что-то весело было. А штаны? Нихуя. Ретрое штаны. Ебануться нахуй. Меч кому надо? И две чарки разные. Меч кому надо? На танк. Надо кому-то? Так, в Архелю или Репишипу давать? Или давай. Там на Фаер Мага. У меня есть такой. Я понял нахуй. Там на... Так, что это? Обжигающую ракету, блядь. Это на кого это, блядь? Это что это такое? А, это на ханта, это кольчуга, блядь. Ебать. Так, МВП хант, надо тебе такое говно? По-любому надо, ты ж хант. Так. Даже если не хочешь. Стрела с тьмы, испепеление, проклятие рока. Волковская. Так. И там на мага следующая. Зунал Тор. Нейтралка. Ляночка есть. Зунал Тор, значит. Дальше идет с рейтингом скорости. И еще штаны идут на мага. Что-то больше шмута стало падать. Кому с хостой надо? Да, как и было, 4 шмутки. Люблю щиты, тебе надо с хостой? Я шапа и подумал. Оружие, да? Так. Я в шипы запихну. Так. Да, по-моему. Ну и на мага. Кто у нас там маг? А продекс надо тебе, нет? Кто еще там? 228 тебе не надо? Так, уберите все со тьмы. Так тут просто так паладин. Ну то понятно, надо определиться, кто первый будет.
Тут шмот без ГП. Тут ЕП есть за инса без ГП. По консулу раздается шмот. Кто взял первый? Почему? Паладины. Сейчас логнусь. Опять, блядь, ебучий сирус нахуй залагала книжка. Так, надо подумать. Лёха, тут за книжку забудь. Почему? Потому что мы тестили, если всем взять через книжку на тьму, то подействует только на одного паладина. На рейд не подействует. Кого лучше спекнуть? Ну, вот да, потому что так не работает. На ауру, ауру надо уступать. Через книжку забудьте. Ауру надо уступать, чтобы она подействовала на рейд. Ну, Пахан, что тебе надо? Супротик давай. Поэтому этот самый... Шестого хила кого спекнем? Гламурчена? Или это как он называется? Можно сумму обратно? Я думаю, можно все. Или Эршаму добавим. Призм. На кого такой шестого хил? А Эршаму, наверное, лучше. Давай в Хапала попробуем третьего. Давай в Хапала спекайся. Будь там в той же пати. Попробуем три Хапала. Три частицы — это хорошо, это шесть целей сразу захиливается. А, ну да, сакра будет, точно. Частицу одну кто-то на мне может, а остальные два Хапала там вон. Копьер дай на себя вешай. И Вархель тоже можно себя, Гумурчен на меня. Рыбу поставь. И нормально будет. Дохли. Вот рыба. Значит, остальным всем, значит, инструкция такая. Милики, значит. Всякие гинбананы, бля. Если не знаете, бейте автоатакой, смотрите и смотрите, что делать. Надо будет выбегать после 50% публики выносить. Проклятие будет на вас. Потом, когда дыхание, нажимайте защитную стойку. ДКшники там панцирь нажимайте, незыбку через раз. Ну, хант, это самое, магия доспех поставьте на себя, который другой, этот самый, магический, который саппорт дает. И если что, щит маны юзайте и глыбы, он в крайнем случае. Локи, два лока, нажимайте заслону темной магии и похищение жизни, кастуйте зеленый лучик на дыхании. Два элема кастуйте через себя цепуху на дыхании. Мэтфокс, если дубовую сдал, то в следующий раз там два покрытельства все кастани. Ну, призм тоже через себя цепуху давай, там пару мильков захилит. Ну и все. Самое главное — дыхание переживать, остальное хуйня. Черный пол, с черного пола выходим. Сферка, сферку закрываем, кто знает, там вон Орианти, элемы. Я заберу первый от тьмы, потом уступлю. Так, все, даю отчет. Босс будет сюда лицом. Милики там, чтобы собаки эти. Чтоб собаки и милики выносили. Блять, Гера 2 минуты, когда я, блядь. Ладно, похуй. И что получается, эти твари полезут на милей? Да, на милика пойдут. Должны узнать, на кого и отбежать. На черный пол выходим. Отдал тьму. Забирай тех, кто там следующий. А в сфере... А чё вы сдохли, Ляночка, с апродуксом, нахуй? Ни глыбы, ни хуя нету или чё? Ну... В шаре стояли, понятно. Они же не видят, что ты в шаре стоишь. В РДД, мобы. А тьму кто-то заберите. Тогда обратно его разверну, раз в РДД мобы. Перебегайте в ту сторону. ДПС залупа, что там, блин, два тела лежат. Вот так попробую. Вот эти сферы зауешьте. Угу. Проклятие, выносим репичи, канцелятор, вышли отсюда. И вышли с них, вышли с бубликов. Пошли. Можно Геру дать. Да, да там... Уже дали. А, дали. А. Дыхание захиливаем. Эмма, давайте. Где прохиливаться нормально?
Ну еще пару дыханий будет. Проклятие вышли, хукмастер. И 3, и 2 хила. Попидор и лющиты. Готовимся. Скоро будет погружение, готовимся. Так, на дыхание будет Рианти гимн хп давать, готовься. Давай гимн хп, Рианти, давай. Вышли, Мэтфокс, выйди с бублика. Заходим в этот, в эту хуйню. Быстрее, быстрее зашли. Вышли. Пробуем добивать, добиваем. Не люблю щиты нахуй, ну ты сдох? Я сдох, бублики. Выйдите из бубликов. Блять, печи, сука, вот кто не зашел. Ну хильте, ЛМ хиль, Мэтфокс хиль, выйди с бублика, нахуй ты в бублике стоишь. Ретрики себя хильте. А, пизду нахуй. Хули хильте уже, все, бичи, блять, сдохли нахуй. Падаем. Сдал такую хуйню, блядь. Вы чё как бичи, блядь? Пиздец был. Я забуду. Не люблю сейчас пару минут и буду. Сейчас слышат, если что, друг там, кто с дамой разговаривает. Дома ждет меня одна такая дама. Влюблена в него из женщин только мама. Под первое дыхание сдам, но освобожу. Лес этим оно быстрее. Хэпалы, массакры только наконец оставляем. После 50% уже начинаем давать там по очереди. Вот, там у нас так-то, в принципе, захиливается. И смотрите, цель, которая будет закрывать метку, там есть возможность либо, ну, у этой метки радиус 10 метров. То есть не обязательно прям в шаре стоять. Есть возможность выйти из черного пола. Если нету прям возможности, если посреди черного пола прям 10 метров черный пол туда, 10 метров туда, и у тебя метка, блядь, то тогда этого человека надо захилить. Ну, а так имейте в виду, там всегда возможность сесть на край встать. Давай поэма. Первый Хулидрин, второй Лингрен, третий Гламурчин, потом Вархиль и потом Хоппи. Да 10 ма надо давать только на первый каст. И при типа как он? При тем, перед тем, как зайти, короче, в круги в эти и выйти. Зачем? У нас столько паладинов, что ма на кажется дыхание хватит. Ну да. Это лишнее, короче. Да не лишнее, это ни разу. Тыканье кнопок. Для хилов это не лично. Ну, от черного пола плюс сверка не спасет один хуй. Да, у нас Гера с пола тут или нет? На 35. Отдал ему. Как ты сдох нахуй? Пиздец, блин, даже не разогнался нихуя. Отдал. Бомжи сейчас к вам пойдут в миле. Смотрите, в милике выбегите, посмотрите, на кого они идут. Призана. Ну, вроде как на нем агро. А это на кого они идут?
там из-под босса. Так, дыхание захиливаем. Урхель, выйди с бублика. Сдохнешь так. Выносите репичи, выйди. Сферу под боссом залейте. Милики, у вас там что, бублик нахуй? Алло, ну 3 милика, выйдите с бублика, в лицо где-то босса, куда-то выйдите. Блять, ебаный мудак нахуй. Залупа ебаная нахуй. Так и знал нахуй, блядь. Зашли в бублик. Еле-еле нахуй. Топор нахила кому надо. И одни латы упали почти. Так, запы, озноб, чумная вилка. Страшная чарка. Кому надо? Мы идем говно драить это? Ну, попробуем разок. А тебе что, не надо? А, вот. Да пускай забирает. У меня Т4 еще нету, у меня один кусок только. Так. Консилятор и этот самый. Консилятор сильно надо тебе, эта хуйня? У тебя там Т10 какой-то, да? Так, запы, кольчуга с СПД. Это что, на Элема, наверное, да? Ну, хил, в принципе, тоже может. Ну да. Ну, либо Эршам, либо... Холипал вроде, нет? Холипала тоже нормально. Че, призану? Ну, вообще приоритет шамана. Потому что паладины все могут носить. Че, давай призану закинем. Да, не такие. Латы с 320 этой хуйни холипаловские. Надо кому-то с хапалов. Так, он в Архиле, ну да. Так, ты сейчас уходишь, да? Так, ну так погнали. А что, давай собаку тройнем. Или все, уже жмут. А мы на ней стоим, ждем. Сейчас попробуем. А давай разок тройнем. Есть нет, там просто кто-то уходит. Есть там кто на замене? Ну, сейчас посмотрим вар. Если не будет никого на замене, придется так побить. 4 хила. Что там, Диси, никого нет, что ли? Все послушали, как ты хуй сосишь на собаке и разбежались. Да хули, я уже не знаю, что говорить, блядь. Как дела, не работает. Нихуя не получается. А чё, Хоппи-Доппи ушел или чё? Или как? Что-то не могу понять. Офнуть игру. Ещё не зайдет или чё, не могу вкурить? Можно реложно. Он Солфир пишет. 2 минуты могу с вами зайти. Пилить будет.
никого нету, блять. Вон веранда какая-то, веланда, блять. Ну, интересно, а Бигдым где пропал, блять? Хуй знает. Он же что-то говорил, до 11-го его не будет. То Синтека говорил. А, Синтек говорил? Там Синтек кто-то еще говорил, что до 11-го. Бидон еще говорил. А, Бидон. И Бидон. А, ну да. А Бигдым, наверное, вот писал, что он не бухал до 5 и забухал, часа. Да. И забухал, наверное. Его Синтек с Равистом тут разразнили. Он терпел, да, 5 дней. А что у вас, какая проблема-то? Чего собаку убить не можете? Да как обычно, минус 4 на первых гейзерах, нахуй. А так все заебись. Так я в резку не пойду, я минут салат готовить. Ты одной рукой готовь, второй играй. Спасибо, Патя. Давайте шкаф. Куда этот делся? А, релок. Я сам вожу рейды, блять. Я понял, нахуй. Ёбаный свет, блять. Слава, нахуй. Ты чё, блять? Да чё ты завёлся-то, блять? Угомонись, Слава. Так, вот рыба. Блять, тактика прежняя, нахуй. Да, ничего не изменилось. Так же? Да. Так, проверка. Короче, давайте так, нахуй. Я заебался, нахуй. Сейчас вы по сотке будете лутать просто, нахуй. Я в РДД стою? Это мы за один трай, не? Ну почему пару траев? Уже были траи, нахуй. Слава сказал, что мы сейчас один трай. А что, прям вообще печально, что ли? Ну там... Четыре с пула. Давай, три трая, то минус да 3, то минус 4. Соберитесь, тряпки. Может быть и попробуем подобивать, но я не знаю. На первый гейзерах минус 4 это полная хуйня, нахуй. Стой, а куда не люблю? Сюда, блять, в звезду, нахуй. Как вы были первый раз, нахуй. Скоро же гейзеры будут, я так понимаю, да? Вон да, там беритесь. Всякие репичипы, можете уже уйти нахуй отсюда. Не дай бог сейчас на миликах, вот видите на миликах, блядь. Берегитесь. Все, это просто по кругу надо будет повторять. Сейчас на РДД. Метки сбегитесь. Да хуй кто сбежится, блядь, когда... Сейчас смотрите, обстрел будет и гейзеры на РДД, смотрите внимательно. Бегите или умрите. Тут тультифар нахуй, бомж нахуй. Блять, там так РДД хреново встает. Там очень РДД хреново встает. Бомжи ебучие нахуй, падаем, ломбит, забегаем. Объясни, что такое линия, нахуй. Сейчас будем объяснять, нахуй. Сука, РДДшники, нахуй, ебучие, блядь. Бабжи, нахуй, не понимаю, что такое линия, нахуй. Блядь, ну, я не знаю, вы в школе были, нахуй, на уроках физкультуры. Там, блядь, по линии вот такой этот зал, нахуй. Там начерчен прямоугольник такой. Играть там баскетбол, волейбол, нахуй. Вот обычно по линии, блядь, встают, нахуй. Линейку называется, блядь. Встает, блядь, самый высокий, там потом пониже, блядь.
Вот это называется в линию, нахуй. Еще там есть такое, на первый, второй рассчитать, там, первый, второй, третий, блядь. Вот сейчас я вам, блядь, буду учить, что такое линия, нахуй. Ёбаный в рот, блядь. Мужики 30 лет, нахуй, у всех, блядь. Линия, ёбаный, мы не понимаем, что это такое, нахуй. Ебать. Объясняю, что такое линия, нахуй. Вот звезда, нахуй. Там, смотрю, Войд словил конфликт. Давайте ХП дадим. Вот кружок, нахуй. Вот. От звезды... Ну, давай, нахуй, поближе сюда. Ну, там можно не то, что линии, можно этим, ну, как, типа... Пачками. Очень... Пачками можно, если... Можно паками, можно изгибом встать, потому что крайние боссы не будут доставать. Короче, мне похуй. Смотрите, вы должны распределиться от звезды до кружка в линию, нахуй. Никакой мудак не должен стоять впереди, и никакой мудак не должен стоять сзади. В линию, это получается в линию. То есть от звезды до кружка в линию, нахуй. Ну ладно, может быть так непонятно. Давай поставим еще метки между этой хуйней, чтобы было понятно, что такое рыбу линия. Рыбу поставь и рассказывай. Да сейчас уже пару меток осталось поставить. Вот линия, блять. Ну, блядь, Слава, ну ты серьезно? Ну, блядь, что ты... Давай уже эту... Где же домовые шли? Так а почему, блядь? Кривоватая. Заебете, блядь. Ну, кривоватая хули. Так а давайте тогда дохнуть не будем, блядь. Как бищи, блядь. Я же говорю. Давайте, блядь. Будем в метку сбегаться, блядь. Чтобы интересно еще, кто сдох там. Ну. Вот, ну, ладно, пизду, блядь. Там я видел, Войд словил конфликт. Мешают вам метки убрать или оставить? Конечно, убери, блядь, их. Домовые шашки поставьте. Кто-нибудь эпилепсию, блядь, словит, нахуй. Сейчас опять будешь орать, что все пидорасы. Тури, блядь. Все, даю проверку. Бля. Когда мы эту ебаную псину убьем, нахуй? Нормально, еще даже сейчас не потравить буду. Биг Дэм придет. Даю отчет. Опидок был не готов, но не знаю, чем не хватает, хуй знает. Как там линия получается у вас? Ну-ка прокомментируйте, блядь. Кривая. Да, да, почти. Вот как похуй. Ты ставил, нахуй, криво, так и стоит она. Похуй, блядь. Похуй, пусть кривая, но главное, чтобы назад было место выбегать, чтобы там не стояли вокруг, блядь, люди. Ну, у нас что-то Лианочка очень сильно поджимает. У нее портал ей, похуй, должно быть. Она никого не шотнет и сама порталом уходит. Смотрим, на ком первые гейзеры будут. Наверное, да. Мы нашли. Я понял, блядь. Маги, нахуй, как дела, сука? Блинк не работает или что, нахуй? Два бича, блядь. Ну, рыба еще есть. Да что вы мне тут, блядь, меня... Насрали тебе. Ну, пануть решили, блядь, нихуя себе. Я... Бегите или умрите. Поезда. Играем. Все, кто живы остались, старайтесь не упасть. Магия пиздец, позор нахуй. Я в ахуе с вас. Метки. Сбегите сюда, сбегите. Христа. Хант опять сбегаю, сейчас сдохну нахуй, если. Да хильтесь, самое главное. Ёбаное все. Никто не сбежался, и гейзер. А ну гейзер это уж потруднее. Там два человека сбежалось. Пробуем как есть, играем. Не хватит хила. Не хватит хила? Не хватит, уже не хватает. Тут, блядь, ну помогайте хули нахуй. Убивали, блядь. Да тут ДПС не хватает, уже два мага чилят с пула нахуй. Ебать, пизда, как весело нахуй. Вот вы лежите, блядь, там загораете нахуй, а мы тут, блядь, бьем нахуй. Бегите или умрите. Поезда. Вы умрете.
Генбалан нахуй, не тот луч словил нахуй цветом. Вообще ни одного не должен ловить. Пизду, короче, это уже вайп. Ну тут... Я ебал нахуй. Да уби, да уби, да, ну блядь. Падаем нахуй, давайте заново. Два мага нахуй, вот как? Пидорский босс, вот... Я не знаю нахуй, что сказать, блядь, такое, чтобы вы, блядь, просто охуели, блядь. У вас ёбаный блинк, поставьте его на единичку, нахуй. Я предлагаю в 2 ТЦ, и на вот ты считаешь только РДД пачу, пачку я считаю миликов. Так а хули толку, когда щиты хлопаться будут, и уже ничем не поможешь, нахуй. Не, так-то заебись. Вот сейчас начнется нахуй. Я на 2 минуты, я покурить, я обосрался, пошел, блядь, ебать. Ой, сука. Два два восемь, я продекс, блядь. Эти. На единичку блинк, пожалуйста, блядь. Гейзер, зеленое говно круглое появилось под вами. Вот, блядь, повернулись в стену, нахуй. Блинканулись, нахуй. Все, пизда. Вот третья пати вообще не должна сдыхать никак, нахуй. Прям, ну, просто... Выйдите, нахуй, с комнаты. Ёбаный свет. Берите. Ой, нахуй. Вы издеваетесь? А мы сейчас конфликт не словим? Словим. И сдохнем. Ну, челики АФК же ушли, блин. Тотемы, смотри, еще по одному их убьет, нахуй. На, нахуй, еще кто-то хуярит. Блядь, мэтфок с зеленой меткой, нахуй. Это бидон, нахуй, отошел, у него там кто-то, видать, побежал вперед, видишь, он где сдох, блядь. Сука, ребята, блядь, там чарки топовые падают, ревностные, нахуй, там вообще пиздец, блядь, а мы не убить не можем, нахуй. Последний шанс на этой неделе. Что нам выпадет? Сука. Я тебе говорю, иди дейлики делай, быстрее будет. Да ебал я эти дейлики, блядь. Короче, за место походов в инсты будем дейлики делать. Вот как раз время после РТ. Нет, у нас будет один РТ, где мы будем сидеть тупо и смотреть видосы. Нам Слава будет включать, вот как он нам РС Гер включал. И будет ходить, короче, дейлики. Будем нахуй кино смотреть, блядь. Как убивать собаку. Ну, тогда, блядь, нет, можно, с утра. Можно на РТ брать с собой пиво, нахуй, чипсы, нахуй, все это ставить. Ну, это будет отдельный день всегда, там, какой-нибудь пятница там или что. Давайте завтра. Пивной рейд будет называться. Слава, а ЕПшку будут давать? Не-не, знаешь, типа потом будет викторина в конце. Ну если мне бабки начнут скидывать нахуй на карточку, нахуй, можно, блядь, ЕПшку давать за такую хуйню. Ты давай, карточку студию. Милики, которые сдыхают, нахуй, они по ходу этот близко стоят, там надо бить на максимальный рейнже этот, бля. Да. Да и не обязательно на максимальный рейндж. А вы под боссом бьете, нахуй, а вот эти, которые нет, блин, надо бьют, стоять, вот, надо стоять в паке. Вы их лужи и попадаете. В одном паке надо стоять. Не надо разбегаться, да, по чтобы не почте разносить эту херню. Ну. Я стою как удобнее, нахуй. Все вот это хуйня. Ну ты вообще у стенки стоишь. Там фрейм большой, короче, кирсори. Я не про танка, я когда про то, что я когда миликом играю. Я стою так, чтобы не сдохнуть. На остальных мне вообще похуй. Ну вот я стою в боссе, короче, чисто в боссе, прям в упор. Да, я тоже. Стою в боссе, потом выбегаю. Понял, говорю, что понял, то и говорить просто. Ладно. Такое предложение, давайте все бублики по двое да снесем, нахуй. Давайте, это самое, даю отчет. Так мы два снесли, он чуть не умер. Выжил, сражался. Не-не, вы чуть не сдохли. Не, мы-то бы не сдохли. Ебаная дура, нахуй. Она за углом меня потеряла, блядь, поэтому пошла угол обходить. Собака. Скажи, ты что, еще не пометила? Смотрите, блядь, соберитесь, нахуй, босс простой, блядь, как 2 копейки, блядь. Вот, съебитесь там, кто не умеет, нахуй, репичи, винбалан, блядь. Уйдите отсюда, идите попрыгайте там где-нибудь.
Вот сейчас Руанти нахуй, ну как? Ёбаное все нахуй. Как нахуй? Ну как, блять, ну до сих пор шахматами стоим, как? Это гейзеры, да, первые были? Это он. А, ну, да, 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 его убило, потому что там. А нахуй вы стоите, как бичи, блять. Сука, про линию забыли, блядь? Пиздец, просто нормальный ДПС минус. Поезд, да. Мы сейчас просто из-за этого дольше бьем, из-за этого нам хуже, блядь. Заебет эта собака. Ну, консилятор чилит нахуй. В метку сбежаться надо. Надо сбежаться, а не убежать от нее в страхе нахуй. Все, и по съебам. Как раз там разлилось все, никто сдохнуть не должен. Да, мы с лечением, правда. В метке стоим. Шина генбанан, нахуй. Как дела у тебя, блядь? Учись хотя бы, как я танчу, смотри, блядь, пока лежишь. Обстрел, смотрите. Вроде шансы хорошие, сейчас это, не ебланьте. Да, только конфликт не поймайте, там кто-то из РДД очень близко стоит. Сейчас... Дал, не зыбку, захильте миликов, быстрее себя захильте, сука, захильтесь. Ёбаный в рот. Так, пойду мясо обойду. Дальше продвигаемся немножко. Просто чтобы нам кости не обходило, надо вот тут стоять. Давай, шансы есть добить, давайте. Чё там, минильки, надеюсь, больше не упадете. РДДшников 6 человек есть. Берегитесь. 6 лямов всего играем. Захильте миликов быстрее. Гим на ХП какой-то дайте. Быстрее, сука, они сейчас сдохнут. Ну ёбаный в рот, нахуй. Ой, блять, ебать, милики нахуй. Ни зыбки, ни панциря, нихуя нажать не могут. Слава, не фуди, отвлекает. Сори. РДД, отойдите, пожалуйста, чуть дальше. Дайте пройти. На ту сторону. Все, тут добьем. Тихо, ты, блядь, там бегут нахуй. Конфликт, блядь, давай. Обстрел. Конфликт. Конфликтник сдох. Добили. Ебать. Красавцы, блядь. Ебать, что так много шмоток? Это на РС будет место? Ну да, 4 и оружие. Чего? Пошли, да, будет. Сейчас раздадим, ИП дам, и все будет. А бонусное ИП даешь? Кому? Пиво, кому дать там, подумайте, пока скажете Ники, сейчас я покажу. Полидрин. Ты имеешь это за танчить? И да это тоже. И за то, что не сдохли. Ну назовите, ага. Назовите, кто нас танчил там ГМХМ, вот это все. Полидрин, Клингрен, Гламурчин. И Войд. Я люблю щиты. Так. Это разданчил. Войда это приора, да хуя, можно не давать. Да, по приору у тебя. Неола, игрок не найден. Ты куда делся, блядь? Что тебе? Не, он вышел по приору. Да? А, у тебя просто ЕП больше всего, да? Да. У него 65 почти, а у меня 55. Так, стрела ледяного огня, это на мага перчатки. Так, кому надо? Магам не надо? Это прям... Сейчас с РС-ку пойдем. И ты ЕП-ку за ТТГ не накинул. Я шмот раскидываю, сейчас шмот раскину. Давай. Будет место на РС? Сейчас, подожди, ну я занят, я сейчас не могу это все ответить.
Так, капюшон, дух, хаст. Не могу 10 дух делать. Дух них. Не могу 10 дух делать, хаст, именно делать. Короче, я продакс над тебе на дух что-нибудь там. Так, что это? Запястье с рейтингом скорости. Два раза по... со скоростью, типа, нихуя. Клава, знаешь, что мы так вайпались на собаке? Чё? Сложность рейда 25 км стоит. А, ничего себе. Так, Мэдфок, знаете. Думаешь, собака героическая была, да. Надо понизить сложность. С хостой перчатки? О, это вообще прям топчик. На хила или... Да даже и, блядь, на Элем. Тебе Диансы дать или этому? Или другому Шами? Ну, если ему надо, скоберет. Тебе надо точно шаман, да, который этот самый? Там 228 пишет. Ну, это единственный нонсет, если он по приору выше, отдавай ему. Нет, давай ему, мне не надо. Ага. Можешь идти. Разбойника на ханта послал бог. Если так, срочно я надо, срезать. Иди, 228. Так, сейчас... Это дай на рогу мне, я пошел. Да, хорошо. Я ливнул с Ридос. Ага. Куда, Ваня? Давай, надо люди. Так, ТГ накидываю, и тебе на рогу. Все, кинули ЕПшку, иди. Так, вот еще за КД тебе 500 за КД. Или на обычках это нет? Ну давай, давай 140, 10% от этого, а то 500 дохуя. Пускай это. Пролетели в РС-ку. Так, так, на историю, да? Где там, блядь? Что-то у тебя там он по ИП просел. Так, теперь кто там? Заходите на всю хуйню, на какую хотите. Я так понимаю, РС-ку мы типа как второй рейд, да, будем идти? Ну, да, да, можно и так считать. Такого. Без разницы, мы все равно эту пройдем и вторую еще пройдем. Не, ну, я понимаю, что завтра, короче, пройдем.